И еще один вуз, Международный гуманитарный университет, готовится ко встрече со своими будущими студентами. Ежегодно учреждение высшего образования открывает новые востребованные специальности. Университет осуществляет подготовку юристов-международников, экономистов, переводчиков, дизайнеров, IT-специалистов, предпринимателей, менеджеров. Активно развивается Одесский медицинский институт МГУ, где открыты направления фармация, стоматология и медицина. Также объявлены творческие конкурсы на специальности правоохранительная деятельность, актер музыкального театра «Мюзикл» и артист-вокалист эстрадно-джазовое направление. Кроме того, колледж МГУ принимает на обучение выпускников 9 и 11 классов без ВНО. Абитуриентов ждут интересные мастер-классы от лучших преподавателей и наших успешных выпускников. И они смогут не только узнать о тех профессиях, которые их интересуют, но также и буквально пощупать, прикоснуться к этим профессиям, участвуя в этих мастер-классах и получая уже какие-то определенные навыки в будущих профессиях. День открытых дверей в Международном гуманитарном университете стартует 29 февраля в 11 часов по адресу Фонтанская дорога, 33.